О, кстати, красная тачка. Красная тачка? Ну, она так себе тачка-то. Тачка. Такой жопе надо мне другую тачку. Ну, конечно. Жопа работать не хочет, жопа. Пошли. Жопа пытается определиться, что в жизни делать. Пока вот такие вот. Интересно. Закрыться, сука, закрылся, а вот открыться не хочет. Я говорю, закрыться, закрылась, а открыться не хочет. Машина, ну. Так, уже знакомые ребятки. Мне кажется, он такой очень привлекающий, внимание выглядит. Ну да. Сегодня все в белых фарточках. Надо как-нибудь тоже нам на контрасте одеться. На контрасте мы сейчас с этими белыми. Ну, естественно, еще и в этом, в кофточке такой, в тепленькой. Что там? Не знаю, живет? Нормально? Болтается. Надо их всех загнать туда. Фонтан? Ну, я думаю, сейчас они зайдут. Сейчас я думаю, что кто-нибудь обязательно. Ну, давай, будем инициировать. Да. Ну, имей в виду, если кто-то будет заходить, я поснимаю. То есть ты приостанавливайся во всех этих. Он уже, по-моему. Ну, да. Есть. Дай секунду. Не, за это меня могут опять возникать могут. Ну да. Помнишь, ты вон там стояла? Да. Ну там пойдем. Вон, здесь. Неплохой контраст, да? Холодненько? Начало лета, да. Ай!
машина наполняется, тоже мокрый уже он, видишь? Там контент погорячее. Ушли. Ну, мы уже заканчиваем. Давай сюда в файл, пройдем построим. Немножко в кино, нет, в театре, только в публике. А ты что, не... первый раз, что ли? Ну, так много, смотри, просто. А, народу? Да. Просто какое-то невероятное. Сейчас пока не выливаю, что там есть вода. Я ожидала, там будет какой-нибудь киндер-сюрприз. Конфетка? Да. Не было? Нет, я не смотрела. Чувак, еще сейчас будем второй, третий раз. Много. Много материала ходит. Мне кажется, да, кого-то просто надо уже. Блин, ну это вот девочки навряд ли со мной за ручку забегут сейчас в фонтан. Ну сейчас, сейчас. Вот мальчики. Нет, ну подожди, сейчас что-нибудь оденем другое, может. Надо рисунку какой-нибудь, да, какой-то. Так, которые сейчас были, мы пропустили с тобой, пока одевались. Да? Ты видела там были? Но... Ну, знаешь, ты пробуду. Ну да. Так, включай пока. С праздником. А, с праздником? Да. Ты думаешь, это у них праздник? Не знаю, с нашим праздником. Ну да. Набор воды. Что, давай пока?